Всем доброе утро. Мы везем Алису в школу моделей. У нас сегодня будет второе занятие. Ребята встали сегодня очень рано. Я вот сейчас смотрю на себя, не выспавшаяся. Ну ничего, еще весь день впереди. Вчера Алиса купила куклу вот такую. Дома ее крутила-вертела. И в итоге решила, что она ей не нужна. Поэтому сегодня повезем ее сдавать в детский мир. Даже губы не успела накрасить. Последнее время крашу губы вот этой помадой Dior Lip Glow. Типа гигиенической помады. Прикольная такая. У меня есть в розовом цвете. Вот этот розовый. И в персиковом. Самое главное, просто себе перекрасить губы. Нет, дочь. Ну, просто прям супер эффекта такого, знаете, нет. Ну, просто ухоженные губки. Ну, всяко лучше, чем вообще без ничего, да? Я-то думала, что это помада, когда покупала. А оказалась гигиеническая помада. Ну, в принципе, нормально. На каждый день вот так вот, на повседневку, вообще нормально. Все, мы приехали. Пойдем, дочь? Любимая. Ой, боже мой. Алисочка, пошли, моя хорошая. Все с семьей Алису водим на занятие. Пошлите. Чушки-то где твои? Так, нам сказали, что нужно делать низкие прически, потому что девчонки будут ходить с книжками, как настоящие модели, будут тренироваться. Да. Вот так я сегодня одета. Давно я этот костюмчик не одевала, светлый. Алисочка, пока. Все, пока, я приду за тобой. А скажите, во сколько прийти? Так, полпервого. Пол первого. Все хорошо. Давай, пока занимайся, хорошо, иди к ребяткам, иди. Сейчас дети только начинают приходить, мы рано приехали. Ну ничего страшного. Здесь такая площадка интересная, как Колизей, смотри. Прикольный комплекс. Ну что, ждать будем? Или поедем куда-нибудь? Никуда не хочешь? Ну ладно, будем сидеть ждать тогда. Ребят, смотрите, как мы развлекаемся с Лешей. У него есть аккаунт в ТикТоке, и он туда снимает видосики. И мы сейчас с ним запилили видосик про машину. Ну, в общем, развлекалочки наши. Так какой у вас автомобиль? Volvo. А сколько стоит этот автомобиль? Володь, ну, я немного не попадаю. Решили мы с Лешей все-таки прогуляться до Табриса. Табрис есть. В Табрис идем. Еда. Ой, да хватит, не прям не хочу про еду говорить. Мне этот дом нравится, но я понимаю, что это муравейник. Хотя мне нравится, как он выглядит. Тебе нравится, Лёш? Нет. Нет? А куда улик? Ну, расцветка интересная, много окон. Соответственно, много света в квартире. В квартирах. А окна на дорогу, да, это вообще ужас. Пацаны на самокатах гоняют по Табрису. Так, новогоднее настроение. Уже игрушки продают новогодние. А мы елку-то будем ставить? Я даже не знаю. Наверное, будем. Но в этом году я буду другую ставить. В прошлом году у нас была белая елка, а в этом году я хочу зеленую. Прелесть. Смотрите, какие колготки нашла. Классные. Под мрамор. Это под мой костюмчик, который я покупала Nike. Юбочка и кофточка. Классная, да? Лёш? Да. Маска. Ну, пока рано. Пока елку не купили, я не хочу покупать. Да будет, они долго еще висят. А, ну, конечно, если она стоит 1090, конечно, будет. Ну, можно две штучки взять на всю елку и нормально. Не, ну можно. Смотри, бутылочки. Шикарно. Мне кажется, вот такие вот, это как в подарок, можно даже на Новый год кому-нибудь, да? Да, маме моей ей понравилось бы. Вообще круто. Балерины, смотри. Балерины, да, классные. Щелкунчик. Смотри, какие мышки. Щелкунчик, мышки, да. Тоже. Шикарно. Ой! А тачки, смотри, вон. Где? Для мужиков подарки. А мне вот это вот еще тачки нравится. На Новый год. Мотоцикл. Вот это смотри на елочку. Или просто дома, как не, декор. Ну классные вот такие поподарить, да? Машинки-то? Ну да. Почему нет? Смотрите. О, как красиво.
Так, все, я хочу дом уже украсить. Подарочный. Ребята, мы нашли еще дороже игрушки. Мышиный король за 3650. Обалденный. Обалденный. Хорошие подарки, да, Леш? Да, вот так все, вот на вот Новый это год. Подарочный. Какой он красивый. Смотрите, какие птички. Это набор 1210. Тоже будет очень круто смотреться. Ты свеклу возьмешь, да? Да, да. Свеклу возьму. Мне понравилось. Алисе взяли котлетки куриные. Это я взяла круассаны с фисташковой начинкой. Лапша в устричном соусе. Ну, сыр я вам показывала. Леша биточки. Все, Леша снова у нас уходит на паровое питание. Ему врач прописал строгую диету. Вот он кушает свеклу, биточки. Да, Леша? Диета. Капустку, морковку, овощи, короче. Все тушеное. Смотрите, как в Таиланде стали продавать вот такие миниатюрки разных средств. Но фирма, правда, не очень известная, Катадермаль. Может, я просто не знаю эту фирму. Набрала кучу салфеток. Самообслуживание. Леша сказал, что неудобно пользоваться все, этим аппаратом. Первый, последний раз. Наконец-то дошли до машины. Ну что, мне за Алиса уже бежать нужно, Зай. Беги. Я пошла? Беги. Давай. Все, давай. Молодец. Пакетики разбирай. Ну, смотрится классно. Ну, скажите, классно же, когда в одном цвете все, когда из одной серии, всегда смотрится очень здорово. А что сегодня было под музыку? По прямой линии? Ой, подожди, так. Вас учили, да? Ну, ты прямо ходила? А, нет, не так. Давай. Прям с пяточки? Да. Ты уже познакомилась с кем-то, да? А я дружу только... С девочкой дружишь? Я дружу только с хорошей девочкой. А, ну молодец. Там вообще одна мелкая нет, такая вообще злая. Давай садись, злая мелкая. Я говорю, что такой не функ существует, она говорит нет. На втором занятии у психолога? На всех занятиях плохо вела, Алис, ой, зачем? Нет, не на всех, вроде бы у психолога еще какой. Алис, ты мне обещала, что хорошо себя будешь вести. Мам, не получилось, я не нашла это. Мне не получилось хорошо себя вести, Леша. Нормально. Так, ну что, едем в детский мир сдавать ребенка? Не, классно в Краснодаре, тепло, да, Лёш? Да, здорово. Вообще. Всё-таки нравится мне этот дом. Не знаю, что мне в нем нравится, но я считаю его очень красивым. Вон квартира продавалась. Правда, мне кажется, что там маленькие квартирки такие, небольшие. Смотрите. Ой, красота, сейчас сверху покажу. ЖК Тургенев называется. ЖК Тургенев? Классно. А что это за парк, Лёш? Это Тургеневский парк. Сквер, точнее. Тургеневский сквер. Да. Слушай, ну классно. Смотри, сколько людей. Карусели. Вот там, вот вдалеке. Малис, лучше нашу юбилейную. О! Мы едем сейчас по фестивальному району. А у нас-то вся как круче, у нас выходишь и гуляешь по набережной. Нравится юбилейный, конечно, да, Леш? Потому что это... возле реки, потому что летом не так жарко. А фестивальный, он хорош тем, что здесь есть частный сектор, и те, кто любит жить в своих домах, могут здесь выбрать себе домик и, в принципе, вместо квартиры купить дом, но будет вся доступная инфраструктура рядом. То есть будут и магазины. Центр очень близко. Да, и центр рядом, магазины будут, поликлиники, больницы. В общем, все, что хочешь, в фестивальном районе есть. А на юбилейном домов нет. Юбилейный считается более новым районом. Это вот тот район, в котором мы живем. Здесь на фестивальном есть пятиэтажки. На юбилейном пятиэтажек нет. На юбилейном в основном все дома идут либо 9 этажей, либо 12 и выше. Вот. А здесь есть жилье, в принципе, на любой кошелек, на фестивальном. Но вот опять же нет реки, нет близости с рекой. А река – это прохлада летом.
И ветерок. И ветерок постоянно. Ну, прям вот, ну, приятно. Жить на юбилейном очень приятно в этом плане. Не напрягает вот эта вот жара изнуряющая, краснодарская, летняя. Но оба района реально классные. Находятся рядышком, прям совсем рядом. Мы до Олесиной школы доехали, наверное, минут за 15. Кстати, это очень быстро и очень близко, да. Да, по краснодарским меркам, потому что здесь пробки постоянно. Пробки, это очень быстро и близко. Да, так что вот. Советуем два этих района. Для тех, кто просил показать Краснодар, хоть из окна машины показываю. Смотрите, вот такой у нас частный сектор. Это фестивальный район. Небо, смотрите, какое сегодня красивое. И вот так вот весь Краснодар. А мне нравится, вот честно скажу. Да? Мне нравится. Уже стало нравиться, раньше не нравилось. Да нет, мне нравится. Он Михалыч едет. Да, ха, конечно. Доченька попросила, чтобы мы сегодня свозили ее в определенный магазин, так как игрушку она сдает сегодня в детский мир, которую она вчера покупала, то сегодня мы заедем в другой магазин, посмотрим, что там продают, но там выбор побольше, поинтереснее. Едем мимо ботанического сада. Посмотри, что они творят, эти автобусники, дебилы. Не матерись. Я сказал дебилы, я не матерился. Поверните направо. Так, вот этот магазин ей очень нравится, Лэмми детские игрушки. Но здесь реально выбор побольше, поинтереснее, чем в детском мире. Работает, должен быть открыт сегодня. Реально уже жарко. Как вам костюмчик Adidas? Новая серия, это мы в Дубае покупали. Ребята, вот такая. Мне вот нравится, что лампасы по спинке идут. Ребята. Ой, какая прелесть. Это рюкзачок. Пчелка. Еще вот такой цвет. Ой-ой-ой. Поросятки такие милахи. О, даже хаски есть. Алис, смотри, хаски. Маленькие щенки. Красота. А смотри, здесь этот слоник появился. Мама. Нравится? Хорошенький, вот этот хорошенький, да? А если у него тело мягкое, как я определю? Тогда он по одежде только. Вот пацан сидит. Он мягкий. Алис, ты ценник. Ой, Леша, ты видел ценник у него? Нет, я не смотрю. 22 тысячи этот пацан стоит. Это мягкий. Реборн. Все хватит, которых я иду. Давай. Так, мальчик. Вот, смотрите, Антонио Хуан, куклы, очень похожи на реборнов, но реально, смотрите, как реборны, и ценник божеский. Вот это, правда, дорогая куколка, но она уже вот более реалистичная. Сейчас выбираем Алисе куклу, Антонио Хуан. Мама. Мне еще, да, тоже нравятся эти игрушки. Сильно так ее не трогай. Тебе нравится, да? Да. Сейчас цену покажу вам. Кто родители на Новый год детям хотят купить реборн, лучше покупайте Антонио Хуан куколок. Да, это реалистичный мальчик. Мальчик, да, тельце у него не мягкое. Да. Можно купать. Не. Сколько не стоит? Вот этот мальчик. Вот этот мальчик. Мама. Не доставай его. Он прям сильно реалистичный. Марсел. Марселло его зовут. Как ты? 7690. 7690. Ну, где вы реборна купите за такие деньги? А мне вот эти нравятся. Они такие милахи. Смотри. Да? У этого сразу открываешь, там Да? Ну все, давай тогда берем его. Его закрыть? Мы вот этого берем. Да, закройте нам, пожалуйста. Давай, тихо. Нет, Алиса, сейчас коробка отвалится. Давай его закроем. Откроется. Не надо. Ты довольна? Держи. Марсель. Марсело. Ну, его зовут Марсель. Дай его личико покажу. Ай, улыбака какой. Я его так оставлю. Марсело. Пеленальный столик. Он мне нужен. А снизу что, открывай? Ой, здорово.
Классно. Алиса, у нас же у бабы Лены стоит эта кроватка. Да. Да, нужно забрать. Посмотрите, какие коляски. Мама, я тебе хотела вот это показать, зай. Прелесть. Цена 7 830. Шикарный подарок. Еще вот это нравится, малышка. Ребят, это не реклама этого магазина. Мы очень часто здесь покупаем Алисе игрушки. Просто решила с вами поделиться местом, где можно купить классную игрушку по типу Реборна. И многие дети даже не отличат, что это настоящий Реборн, не настоящий. Вот сегодня домой приедем, я вам покажу нашу Алисочку, и мы сравним с теми игрушками, куклами, лялечками, которые мы покупаем здесь в этом магазине. Мы здесь уже не первый раз, кстати, покупаем. Лику здесь покупали, покупали мебель для этих куколок. Вот сейчас купили куколку, вот эту лялечку мальчика. Ну, то есть здесь реально есть из чего выбрать. В детском мире все как-то, ну, банально. У нас Алиса даже не может ничего толком выбрать, потому что ассортимент игрушек практически не меняется. Вот эту куколку мы покупали ей как-то, потом она у нас пропала, и мы сейчас купили новую, но она ее вертела вчера весь вечер в руках, так и не открыла. Ну вот, кстати, соображалка работает, что если не нравится, то лучше не открывать, а лучше сдать назад в магазин. Вот умничка в этом плане, Алис, ты вообще молодец. Так что вот такие дела. Мамочки, кто ищет подарки на Новый год, и если вы живете в Краснодаре, я не знаю, этого магазина вообще есть, магазины в других городах, не знаю, честно. Но если живете в Краснодаре, то в этом магазине вы точно что-нибудь ребенку найдете необычное. Пожалуйста, что, зайка? Пожалуйста, пристегните меня. Ребенка не пристегнули, Леша. Ля-ля-ля-ля. Сейчас, как и обещала, хочу сделать небольшое сравнение кукол. Это не все Алисины куклы, лишь часть из них, но, в принципе, есть что показать. Это новая кукла Антонио Хуан, мальчик, очень реалистичный, даже не буду вам показывать, иначе вы просто в обморок упадете. Смотрите, какие ножки, есть ноготочки, видите, ручки, все так прокрашено. Как у настоящего ребенка. Ресницы, ротик, там десенки видны и язычок. Смотрите. Волосиков нет, но они прорисованы. В принципе, как новорожденный ребенок. Спинку сейчас давайте покажу. Смотрите, даже на спинке складочки есть. Попка. Антонио Хуан. Ушки, смотрите, какие ушки. И даже на локоточках прорисованы ямочки. Это куколка Алиса. Мы ее заказывали, Алисочки нашей, по-моему, 2 года назад. У нее прорисованы бровки, реснички. Кстати, у этой куколки тоже реснички есть, смотрите. Видите? Но прорисовка бровей у Алисы немножко другая. И ресницы другие. Но мне кажется, что вот эта часть лица, носик, губки все-таки у кукол Антонио Хуан выполнена намного качественнее и лучше. Смотрите, как красиво. А здесь уже вот красочка начинает немножечко отваливаться либо стираться. Но зато у нее есть волосики. Это настоящая кукла Реборн, но у нее мягкое тело, ножки. Вот такие ножки, ноготочки были прорисованы. Со временем она стала такая немножко, знаете, как будто глянцевая. Куколка была матовая. Я не знаю, с чем это связано, но она реально у нас стала такая немножко блестящая. Раньше она не блестела. Вот такие ручки. Ну, вот так. Тельце у нее мягонькое. Ушки, давайте посмотрим. Ушки. Ну, спинка, соответственно, тоже мягкая. Вот так это все крепится. Головки.
Это кукла. Это кукла у нас. Мгука. Но это тоже типа Антонио Хуан. Они даже чем-то похожи. Видите? Но у этой куклы другой цвет лица. Также сделаны реснички, губки. Очень красивые. Стоила она примерно так же, как вот эта куколка. Ушки, смотрите, какие. Алиса стоила 24 тысячи. Эти куклы стоили по 7. Ну, грубо говоря, по 7. Там плюс скидки. Может быть, можно найти и дешевле. Например, на Wildberries. Если у вас там хорошая скидка есть. Так, разница этой куколки с этой тела. Тело совсем другое. Тело мягкое, как у Алисы. Ножки. Смотрите, какие ножки. Накатки тоже, кстати, не прорисованы. Просто их видно. Допустим, у Алисочки вот были накатки прорисованы и покрыты блестящим такой, как блестящим лаком прозрачным, как будто. Вот. И здесь так вот. Видите? Вот разница. Так, сзади как выглядит куколка? Ну, волосики, как у нашего Марселя. Вот Марсель, Марсело. Это аватарчик. Он полностью силиконовый. Светится в темноте. В темноте вот эти точечки у него светятся. Минус силиконовых вот таких разрисованных игрушек в том, что со временем краска начинает стираться. Но мы нашего аватарчика все равно очень любим. Нам он кажется очень красивым. Мы заказывали его у очень известного мастера на ярмарке мастеров. Светлана... Забыла, как зовут. Светлана. Помню, что имя Светлана. Вот. Вот такой вот аватарчик. Здесь у него прошивочка, волосики. Глазки красивые. Цвет красивый. Но тоже вот краска везде слазит уже потихонечку. Все, конечно, зависит от того, как ребенок играет. Но Алиса у нас активно играла. И, конечно, это уже вот прям видно по аватарчику, что везде у него все облазит. Со временем. Хотя тоже 2 года уже этому аватарчику. Вот. Это минус именно кукол Reborn настоящих. Что у них все равно краска потом со временем сходит. Это кукла Baby Annabelle. Почему я хочу вам показать эту куклу? Потому что она интерактивная. И стоит она примерно так же, как стоят вот эти две куколки. Может быть, даже чуть дешевле. Не помню, почем мы ее покупали. Покупали очень давно. Алисе было, наверное, 3 годика. Но она тоже классная. Очень похожа на куколок Антонио Хуан. Эта кукла интерактивная. Она умеет плакать, умеет смеяться, умеет засыпать. Ну, различные звуки издает. Еще ее можно попоить, и она будет плакать. Вот такая вот куколка. Тоже мы ее храним. Нам она очень нравится. Периодически Алиса с ней играет. Даже по лицу видно, что это, конечно, не Reborn и даже близко не Reborn. Но я просто вам показываю по ценовой категории, что можно купить. Вот эта куколка маленькая. Это кукла Антонио Хуан. Сегодня мы таких видели в магазине. Смотрите, какая прелесть. У нее реснички. У нее нет ресничек. Ну, как будто новорожденная девочка маленькая. Я одела на нее платьишко. Вот Антонио Хуан делает все реалистично, вы видели, да? Давайте ножки глянем. Ну, хорошенькая, маленькая, хорошенькая девочка. Можно спинку еще посмотреть. Смотрите. Тоже везде складочки, ну, прям как у маленького ребенка. Ну, она маленького размера. В магазине сколько они стоили? 4-3 тысячи. Мне кажется, на Wildberries можно еще дешевле найти. Вот. Дальше, вот эта дорогая кукла Антонио Хуан, у нее здесь даже есть порядковый номер. Эта кукла стоила дороже нашего Реборна Алисы. Так, смотрите, я его переложила рядом с Алисой, будем сейчас сравнивать. Эту девочку зовут Лика, у нее десенки, язычок, все такое гладенькое, как настоящая девочка. Смотрите, накатки уже прорисованы. Прям маленькие накаточки. Венки прорисованы. Так же, как у Алисочки. У нее тоже прорисованы венки. У этих кукол венки не прорисованы. Тельце мягкое. Накатки на ножках прорисованы. Видите венки?
Вот, вот так. Вот такая Ликочка у нас. Вот такая Ликочка у нас. Мне она очень нравится. Ножки шевелятся, ручки шевелятся. Очень круто. Ну вот смотрите. Эта Лика стоила 30 с чем-то тысяч. 33 тысячи, по-моему, мы за нее отдали. Ну, если честно, то в принципе не особо она отличается от вот этой куколки. Также сделаны волосики, также выполнена личико. Единственная раскраска поинтереснее, раскраска кожи. Но не все дети это могут понять и отличить. То есть, если вы купите даже вот такую куколку, то я думаю, что ваш ребенок, ну, не сильно увидит разницу. А может и увидит, не знаю. Не знаю. Ну и для сравнения, вот такой пупсик. Это то, что продается в магазинах. В детском мире можно купить такого пупсика. Чем он отличается от остальных кукол и, в частности, от реборнов? Во-первых, цвет кожи. У таких кукол, как правило, цвет кожи очень светлый и однотонный, практически не прорисовано ничего. Но круто сделана спинка, смотрите, складочки. Везде складочки, сделан пупочек, пальчики какие красивые. Также язычок, десенки. Глазки без ресничек, волосики, ну, практически не прокрашены, даже, можно сказать, вообще не накрашены. Просто нарисованы волосики, но без цвета. Ушки. Ну, короче, классная игрушка за небольшие деньги. Вот, смотрите. По поводу упаковки этих кукол. Куклы идут вот в таких коробках больших. А здесь такой экран еще идет защитный. Он сверху кладется на вот эту часть коробки. Так, внутри идет вот такой матрасик. Потом можно будет этот матрасик использовать как кроватку. Вот. И вот здесь вот резиночками к этим крючкам куколка крепится. На вот таком облачке она лежит. Ну, очень красиво, когда открываешь. Ну, вы сами видели в магазине. Когда открываешь, то все смотрится очень красиво, празднично. Я не советую покупать реборнов настоящих. Для детей не советую. Вот эти куклы нормально. И больше ничего не нужно. Может быть, еще есть какие-то другие марки. Но у нас больше всего в магазинах продаются именно Антонио Хуаны. Я просто в шоке. Второй костюм сейчас хотела одеть. Алису повезем к логопеду. А в кармане была какая-то бумажка, и я ее постирала. Просто трэш. Трэш. Покажи, папа. Я попробую сейчас это вытряхнуть, потому что те белые штаны уже все. Я их немножко заморала. Кошмар. Нет, конечно. Ужас какой-то. Всем интересно, что у нас в мусорке лежит. Да. Разглядывайте. Вот ушные палочки, это я уши почистил. Ну перестань. Они не грязные, что-то. Уши-то нет, нормальные. Вот можете проверить на ушных палочках. Ты больнушка, что ли? Нет, ты нормальный, зачем ты мусорку снимаешь и показываешь? Я снимаю, что ты мне помогаешь, ты у меня молодец. Я обалдела, смотрите, маленькие рыбаки. Это мальчики, наверное, лет 9-10, ну, может быть, там 13, вот старше, да, Лёш, который? Угу. Прям с удочками, с какой-то коробкой, ну, там, может быть, рыбка или крючки. Какая рыбка? Снасти там? Нет, там рыбка, может быть. Ага, золотая. Здесь рыбу-то ловят так чисто, ради спортивного интереса. Слушай, ну, прикольно, вот молодцы. Ребят, мы идем на дом к логопеду, едем в лифте. Алиса боится. Это аттракцион. Не, ну ты, здесь смотрите, сколько этажей. 18 этажей, обалдеть. Ну, дом, видимо, старый. Да не, нормальный лифт, Алиса. Мы сходили к логопеду. Тебе понравилось, дочь? Да. Очень понравилось. Ну, сегодня было первое знакомство. Сегодня только знакомились с логопедом. Очень хорошая девушка, женщина.
Нам она понравилась. Алисе тоже понравилась. И мы когда в лифт зашли, она говорит, я еще хочу. Я еще хочу. Да, дочь? Ага. Точно. Так, все, садимся в машину. Что нам сказал логопед? Три звука у Алисы нет. L, R и S. Она их проглатывает. Вот, и она будет заниматься постановкой звуков. Но на данный момент мы решили, что двух занятий в неделю хватит. А вообще она начнет с Алисой заниматься со следующей недели. И если Алиса будет плохо схватывать эти звуки, то тогда еще будет третье занятие в субботу. Вот. Но на данный момент пока двух занятий в неделю хватит. А сколько будем заниматься? Ну, пока звуки не поставим. Посмотрим. Все, ребят, всем пока-пока. Уже ничего не видно, вечер. Еще машина затонирована, да, зайка? Ничего не видно. Всем пока-пока. Сижу, рассматриваю колготки. Мне кажется, что со спортивной юбкой они будут круто смотреться. Как вы думаете? И знаете, что оказалось? Они двусторонние. И это еще круче, потому что у меня костюм с юбочкой Nike, он серого цвета. Видите? Двусторонние. И на коробке так и написано, что это колготки двусторонние. Я еще думаю, почему такая картинка? Оказывается, их можно носить хоть одной стороной, хоть второй. Вообще круто, да, Лисюш? Вообще супер!